Продолжается рассмотрение дела убийства сотрудницы следственного изолятора Алены Порошенко. На сегодняшнем заседании допросили двоих свидетелей обвинения коллег погибшей. Мужчины рассказали, что части тела жертвы нашли в одном из мусорных контейнеров в хоздворе. Средний контейнер я открыл, и он был доверху забитый, как на свинарнике, эту солому использовал. Начал уже руками все оттуда выгребать. И тут, получается, наткнулся на один из мешков, в котором были останки тела. Получается, я уже не помню, как я там закричал, что здесь она. Тут же подбежали оперативники, которые были рядом. Получается, перевернули этот контейнер, выпали эти два мешка. И тут же всех людей убрали, перекрыли и вызвали следственную группу. Также на этом заседании обвиняемый подал ходатайство об отводе судьи Старикова. По словам подсудимого Василия Чемериза, он нарушает ход рассмотрения дела. Однако коллегия присяжных нарушений в действиях служителя Фемиды не обнаружила. Обов'язок судимого вводити підстави для своїх рішень не означає необхідність відповідати на кожну вимогу. На підставі що викликано суд ухвалив. Задоволене клопотання заяви Чемериза Василь Мов'янович перед від головуючи запровадження Старикового відмови. Ухвала суду не буде законити з моменту оголошення, а хвала суду скарженню не підлягає. Ранее подсудимый Чемериз заявлял, что пошел на преступление по принуждению. Якобы некий сотрудник СИЗО вместе с еще одним сидельцем угрожал ему и его семье, вынуждая совершить убийство. 17 августа прошлого года рецидивист убил и расчленил младшего инспектора отдела режима и охраны Алену Порошенко.